Родственная душа. Это как лучший друг, но больше. Это единственный человек в мире, который знает тебя лучше, чем кто-то другой. Тот, кто делает тебя лучше. На самом деле это не он делает тебя лучше. Ты делаешь это сам. Потому что он вдохновляет тебя. Родственная душа – это тот, с кем ты повсюду вместе. Это единственный человек, который знает тебя настоящего, принимает тебя таким, какой ты есть. Это тот, кто верил в тебя, когда не верил никто. И будет верить, когда все отвернутся. И что бы ни случилось, ты всегда будешь любить его. И ничто этого не изменит.